рад приветствовать вас на своем канале, мои дорогие друзья. Сегодня очередная проверка капканов на куницу. Иду на лыжах. В этом году снегу в нашем регионе навалило более чем глубина снежного покрова. Сейчас вот я где-нибудь пытаюсь остановиться. Да, сегодня забыл сказать, что сегодня 3 февраля. Глубина снежного покрова, если вам видно, вот, иду проверяю капканы. Снег был рыхлый, поэтому куница не бегала, следов очень мало. Но сейчас была недавно оттепель небольшая, снег чуть посадила, и я думаю, что зверь должен набегать. Хотя в результат сегодняшнего дня мне верится с трудом. Капканы не проверял месяц. Ну, даже если результат будет нулевой, предлагаю вам прогуляться. Сегодня отличная погода. Минус 10. Побродить, подышать воздухом, полюбоваться на лесные красоты. Места у нас очень красивые. Послушать, как скрипит снежок под лыжами. Сегодня я иду на лыжах, которые подарил мне Ларс. Не буду называть производителя. Кто в теме, тот понял. К Ларсу пришли другие лыжи, полностью подбитые камусом. Он их оставил себе, мне подарил эти. За что ему большое спасибо. Да, цена на куницу вроде бы немножко подросла. Пока еще не сдавал, лежит 12 штук. 12 куничек лежит, пока не сдавал. Посмотрим, как и что. Смотрите, в общем, может что-то и будет интересно. Выдры бегают. Выдры. Такая благодатная погода, ребят, просто вынуждает на стихи. Расскажу вам стих, который мне запомнился еще со школы, из охотничьих журналов. Журнал «Охота» тогда. Журнал «Охота» тогда я, можно сказать, наизусть от корки до корки знал. К сожалению, не помню автора. Ручьем извиваясь дорожка, из леса в деревню бежит. По обочь деревни березка и камень колдун лежит. Заметили люди селение, не год тому срок, а года. В 4 часа в воскресенье приходит собака сюда. Присядет на камень сторожка и смотрит вокруг на желтую ленту дорожки, на поле, на лес и на луг. И в час, когда солнце за горку утащит свой хвост золотой,
Приходит хозяйка со сводкой. Вводит собаку домой. Прямой, как стрела, указатель. Протоптан собакой след. В деревне, на даче, писатель жевал. Теперь его нет. Любил он заречье приволье. И в гроздьях рябин облака. Ходил в полевое раздолье. С собакой смотреть на закат. Садился на камень мечтатель. И в книжечку что-то писал. А рядом мохнатый приятель. Ворон, пролетавших считал. Сутулятся женские плечи. Собака понуро бредет. Ей не понять, что для встречи хозяин в поля не придет. Очередной капкан. И снова впустую. Следы куницы есть, а капканы почему-то не лезет. Но у нас, как правило, всегда так. Куница ловится до Нового года. Хорошо. А после наступает глухозимье, рыхлый снег, зверь перемещается плохо. Это предсказуемо, в принципе, ребят. Вот именно в моей местности, в моих угодьях, где я охочусь. Поэтому остается радоваться не результату, остается радоваться красивым пейзажам, отличной погоде. Ну и вообще, просто жизни. Радоваться, что жив, что здоров. Для счастья много не надо, на самом деле. Осики находили. Осиных переходов очень много. Очень-очень много осиных переходов. Сейчас зайду еще, посмотрю, вот плотина. Осенью было затоплено все. Не было не подобраться. И место вот такого пойма реки очень сильно засасывало. Проваливаешься и засасывало. Даже в болотных сапогах крайне трудно пройти было. Вся пойма реки исходная. Рогатая скупина. Ну, давненько. Рысь прошла. Хороший след. Опять тем же самым местом, где в прошлый раз я показывал в предыдущем ролике. Наверное, ее надо выловить. Как вы считаете, а? Наверное, кыску выловить надо. Лыжи, ребята, идут очень хорошо. Да, вообще очень нравится. Уже и снег такой достаточно плотный. Но лыжи огонь. Действительно, да. Здоровская. Отмахал я чего уже? Километра 4, но отмахал. Я не скажу, что я устал. Я не устал. Еще идти на километра 2. Со всеми изгибами и поворотами. В горку лыжи хорошо заходят. Благодаря камусу. Вообще обалденно. Поднимаешься как вкопан. Назад не отдают нисколько. Да. Кто-то из подписчиков просил рассказать о ноже, который у меня. Нож у меня Финка Мартини. Более подробный обзор сделаю немножко попозже. Потерял я предыдущий нож. Финка неплохой нож, но тот, который был у меня, был лучше. Причем на порядок. Нравился мне больше. Был он из быстрореза.
хрупкий, правда, но со своей направленностью резать он вполне справлялся. Рубить я им ничего не рубил. Ножа, как я считаю, должна быть очень узкая специализация. Очередной картанчик. Это пусто. Ну что, ребят, результат не заставил себя долго ждать. Вон она висит. Вторая в этот капкан в этом году. Вот так вот. Вторая окуничка. Видите, как красиво она подвешивается. Место, еще раз повторю, очень хорошее. Вот такое вот место, где надыбаете, обязательно ставьте капкан. Сейчас еще покажу. Я уже в прошлой серии проверки капканов на куницу это показывал. Что-то там черное нялось ли стоит, мужики. Сейчас я поближе подойду, посмотрю. И потом вам еще раз место покажу. Что-то чернее там, прямо в кустах. Попробую подойти. Нет, ребята, просто дерево упало. Мне показалось, не стоит. Значит, вот место. Еще раз показываю, грива еловая. Там ручей по низу идет. И тут вот, тут, наверное, штук 5 у меня уже точно упалось, конец. В этом году 2. Хороший кот. Сейчас рассмотрим его поближе. Кот, да, здорово, конец. Седые, смотрите, какие уши у него седые, морда седая. Это уже старая, старый зверь. Попался он до оттепели. Поэтому я сейчас просто капкан поменяю, даже рисковать не буду его снимать. Приманка еще есть. Взял его по шее и по груди. Недолго мучился зверь. Вот такие дела, парни. Сегодня один. Ну, еще два капкана стоит. Ну, я думаю, что на это место, если честно, вот подходил. Я вот почему-то, даже такая картинка у меня в голове, думаю, наверняка там опять куница висит. И так вот и есть, прям предчувствие такое. Ладно. Будем снимать. Будем изымать зверя. Красавица, что колечко в воду уронила, нет на тебе лица. Дорого оно и сердцу мило, эко безделица. Золото нечего жалеть теряя, дороже ценятся дни, которые не замечаем. Ветер волны шлет, стелет к твоим ногам ласточки полет, цветущие луга, яркий небосвод, над лесом радуга, все тобой живет. Субтитры.
Мерцают в вышине, травы росы пьют. В вечерней тишине соловьи поют. Влюбленным при луне душу радуют. Не плачь, красавица, что колечко в воду уронила. Нет на тебе лица. Дорого оно и сердцу мило. Эка безделица. Злата нечего жалеть теряя. Дороже ценятся дни, которые не замечаем. Опачки. Отлично, ребят. Смотрите, друзья, капкан сработал. Висит в свободном плавании. Причина пока мне непонятна. Приманка там есть в ящике. Почему капкан сработал? Видите, я вам не могу. А видите, там приманки. Много еще. Хотел сказать, как конь. Но не буду материться. Дай. Ладно, устанавливаю капканчик этот. Видите, даже проходные капканы в ящике бывают сработки и проловы. И поэтому как бы судить тут о том, что на газохваты раньше пролавливали много, а проходные капканы не пролавливают. Это, на мой взгляд, абсолютно неверное осуждение. Пролавливают как те, так и другие. Есть определенный процент. Возможно, на этих капканах поменьше. Но все равно пролавливают. Может, зверь его выдергивает как-то оттуда, не знаю. Не могу сказать. Ну, вот так. Ну что, друзья. Подводим итог сегодняшнего дня. Трофей есть. Получил некоторое моральное удовлетворение от выхода в лес. Объелся, как так сказать, кислородом, продышался.
Выхожу сейчас на лесовозную дорогу, двигаюсь в сторону дома. Пишите комментарии, отвечу всем, постараюсь. Опять на выходе след рыси. А сегодня я весь день по ее следу хожу. Смотрите, какие лапы здоровые. Кошка очень крупная. Давайте, ребят, желаю вам успехов, крепкого здоровья и ни пуха, ни пера. С вами был охотник Серега, канал Вятка Хантер.